Vidjeli ste kako mogu biti dobre prijateljice. Jana i Fatima jedna drugoj su danas cijeli dan radile oko glave. Na kraju, kad se sve uzme i sagleda, nemojte mi pisati i govoriti ko šta govori. Mi smo poduzeli šta smo poduzeli i ne želimo više davati prostor nebitnim ljudima. Ti ljudi ko god je šta radio, imaju institucije, to ćete sve blagovremeno, neću možda se ni snimati, ali medin, vi ćete blagovremeno sve biti obaviješteni za to što svašta nešto se tu poduzeto. Nemojte nasjedati na ove priče da me neko napao, možda i jest neko nekog poslao da me napadne, ali nije mene niko napao, nemojte ići na tu temu, to je nebitno stvarno zadnji put, nemojte mi pisati, nemojte na mail za pun tim, nebitnim za nas ljudima, oni su ostalom fanovi Elmedna, nisu moji, oni su se zalijepili na Elmedna zato što nemaju drugu temu, Elmedin sada vozi svoju temu, gledajte kako je krenuo da se sređuje oko kući, to će sad biti bilo. Kenji. Что мы хотим сегодня сделать? А, Фатима? Что ты молчишь? Скажи хотя бы пару слов. Pa ne znam, eto, bela sam te da radiš šta hoš, kako znaš. Kako hoš. Вот смотри, ты сейчас будешь получать удовольствие, да? Где? Мы вот эту вот штуку включили. Сейчас мы ей сделаем такое. Ушки припалить тебе? Не можешь, я Не вижу. можешь? Фатима, Блин. как ты себя сейчас ощущаешь? Как усосите? Ага. Лепо. Лепо? Это все, что ты можешь сказать? По А сути. не, чтобы сказать, Яна, там, ну, я тебе сейчас такую красоту сделаю, тебя Эльме не узнает. Шо? И? Все время люди спрашивают, да, почему я тебе не делаю фризуру? Фризуру? Прическа? Ага. Но сейчас они увидят, что я наконец-то тебе что-то делаю, да? Поля за то, что тебя не сандал, и он рекламировал. Мы сегодня чуть-чуть свободны. Понятно, тут прямо на Малтен Дандам. Stalno, samo sebi. Pa mi ruke zabavljaju, onda kako zvaniš? A već sada ima ko... Я вообще люблю, конечно, делать вот это вот все. Знаешь, почему я не работала никогда в парикмахерской? Ну что? Но начала работать, работала, работала, работала. И ты спал. А потом из-за того, что вот когда кто-то что-то хочет такое, вот когда долго вот это стоишь и ждешь, чекаешь, когда оно там сделается. Не знаю, может быть, я такая, что я все время люблю, чтобы все быстро было. Все, вот сделали. И так пошло. Может, так как-то, а? А вот это вот, когда оно долго, вот это стоишь, ждешь там туды-сюды, пятое, десятое. Я бы уже шторы постирала 15 раз. А знаешь, когда я купила пекло, я на всякую ночь руку покушала седна. А, тетя. Я. Ай. Я мне было занимливо, как уж то. Тебе скучно было просто-напросто без нас, а? Поехали.
Ali je zanimljivo šta se radi, kako će mi ispast. Naprimjer, to sam prvo probala, pa onda ako nu lokne, pa nešto nizam. No. Cik cak ono što ide, pa ide. Mmm, kakaja frizura получается. Полако-полако. Ты знаешь, что с этим вот можно ходить 2 дня, 3 дня, и волосы не будут пачкаться? Я вообще, да. Да. Знаю. И всегда будет прическа, ну, фризура. Я. Да, это ухо, это вот. Пази ухо. Чуваю его. Чуваешь? А я расческу подложу и все. И не бойся, ухо не будет. Вот эти ушки. Ушки. Что ушки? Туда-туда. В смысле туда-туда? Ой, смотри, как красиво получается. Эй, види, как хочу видеть. Чекай, сейчас увидишь. Сейчас. Смотри. А? Супер. Супер. Ну, ты у меня вообще богиня. Что такое тоба ярабе? Что это такое? Боже, что я. Что это такое? Переведи на русский. Боже, сочувай. Боже, сочувай. Боже, береги. Ай, ёханый бабай. Ёханый бабай. И представь вот это вот всю, хорошо, хорошо, всю голову вот так вот сделать, а? По телу. Ну ты сейчас побалдей немножко. Рахат, вот это вот расслабление. А потом у нас... Радить нам надо. Я. Ой, как красиво получается, люди. Смотрите. Может, я тебе сфигал? Ты смотри туда, вперед. Я людям показываю, а не тебе. Тебе. Смотрите, какие волосики. Вау. Но это надо время, да. Тут, считайте, час, это точно. Надо потерять, чтобы это все сделать. Это только начало, а потом еще вот этот вот верх. Но зато как красиво получается. Марку гладаю, все могу видеть, видимся. Если не знаю, как ты играешь. Пожалуйста. Ух ты, меня сегодня заставила работать. Пошташки. Что хочешь ты? Ты хочешь фризуру, ёлки-моталки, а я на работе, да? Пада. А. А деньги нема. А, так еще и без денег. Все, короче. И работа деньги. Кто же работает без денег, скажи мне. А. Ну ладно, для тебя, любимый. Ты. Вот так вот. Так вот. Вот так, вот так. По-моему, слушай, амен. Фатима, мы с тобой все продолжаем. Ты не устала сидеть, а? Не устала. Не? Не? Ты любишь, да, когда делают что-то, а? Пафина, как ты ради мне штанов. Что-то, не? Выйти добродуди променами. Короче, что-то я сейчас урадю тебе. Или как это говорится. Короче, сделаю. Да. И пойдем на поле. Как-то так. Ой, как оно красиво получается. Сейчас возьму еще гель. Гель? Да. Сделаю тебе. Будешь у меня... Ты у меня и так красивая, а еще будешь красивее. Спасибо. Хорошо. Хорошо, хорошо.
Подними чуть-чуть голову, вот так вот. Ушки, чтоб я не трогала. На мой жива была. Жива была. Вот это, знаешь, оно очень красиво, но вот это очень долго это все длится. И туда, и сюда, и... Но зато потом оно держится. Когда прям косу, надо другую предложу. Хочешь другую потом? Когда прям кос... Ну? Сегодня сам я оправлю. Ты хочешь другую потом? Я. А я устала. Сейчас у нас еще чуть-чуть осталось. Немножечко еще. А, вот. Дай его голову сюда. Не дам. В смысле не дам? А? Не трогай волосики. Или мне на лице помешкакила. Ну, а ты как хотела? Там не иди, там мешкакила. Фатима, маме? А в следующий раз, когда ты помоешь волосы, что ты хочешь? Можно локоны. Локоны хочешь? Да. Ух ты, ничего себе. А мне что сделаешь? Как? Ну, например, завтра. С утра. Какую фризуру мне сделаешь ты? Что ты рекнешь? Что ты скажешь? Возьми бритву и побрей меня на лысо. Хорошо. В смысле? Рекласс, я питала, что ты хочешь завтра. Я шучу с тобой, ты хорошо. Ах ты! Задамся с тобой. Ох. Слышь, ой, с августа. Подними голову. Что ты ее постоянно опускаешь? Что ты там ищешь? Да, я пойду возьму сейчас гель чуть-чуть. А что ты балдеешь, а? Балдеешь? Смотри на меня. На тебе. Что мы как есть, мы глаз писали. Я смотрю, ты прибалдела, да? Могу. Все могу. Вот это наша Фатима. Смотрите. А то вы все говорите, что она у нас некрасивая. Она у нас Фатима. Красотка. Вот так вот. Сейчас я могу заказать Инстаграм. Повернись спинкой. Покажи. А? Красивая моя. А он всегда супер, как угадаешь. Вообще. Ай, ты моя красота. Так вот. А знаешь, вот так вот, еще когда вот так можно заколоть, хвост сделать. Смотри, а? Нет, сейчас ты будешь ходить вот так вот. Вот так мне нравится. Так куда вот, буду? Да. Будешь должна. В смысле впала? Люди, то и то. Вот так вот.
Такая у нас сегодня фризура у Фатимы. Доброе утро, как говорится. Люди, доброе утро всем. Доброе утро. Мы, как всегда, проснулись. У нас хорошее настроение. Да. Потому что время, да? Супер. Солнце и нас. Ты не выспалась, я смотрю. Что ты делала всю ночь? А? Слушай, танцевала, как скажешь. Была работа у тебя. Тантрак. Ага, правильно. Так, танцевала. Я. Вот так вот. Ой, елки-палки. Шарится не так. Ты мне с вами веришь? Я всегда верю. Всегда верю. Дай-ка одна мой. Ой, что хочу сказать. Альме, как обычно, нас не разбудил. Отошел в Зенцу. У него дела, работа. Ласвене мало приехала. Я вот здесь пропла и Я все вратла. Кажи, Яна, устани! Снимала. Еж 2 минуты, богат мне пусти. Нет, ты сказала 1 минуту. Минуту, рекла. Да. Касни сам ти опять, ти мене опять зовеш. Еж сам минуту. И та минута оди на 5 или 10. А ты знаешь, вот если я просыпаюсь, вот я проснулась, да? Еж сам капал. Все, я больше никогда уже не буду ложиться спать. И сам я кафу, жоль кафу и попла. И я легла опять заспала. Устала, дети чуть-чуть приболели, ничего страшного. А с мира в школу надо. Я. Ну вот. Математика у нас. Ой, бляха-муха, с этой математикой. А лэнгдэдки попал, но не вывешь, я не говорю. Ой, кажи, трос. Что у нас сегодня, какие планы? Ляко, а то имам я английский богат, реку имаш богат, шо би, а два буду сенци мои. Планови за нас. Да, что мы сегодня будем радить, а? Сашни имени косу, средит, и она ќе му ити. Чапат, гулат. Дыш. Не хочу. Что? Ма дай веш, да ну. Вот ты вредная. Гулять, чапать, идти шетать. Послушай, сколько людей говорят, что бабушка тут, это вот, на меня, бабушка. И ты меня вытаскиваешь вот это вот. Бабушки вообще лежат, отдыхают, читают газеты. А? Бабушка лежит, спаваю. Да. Еду, а ты радишь, брате. Что там с животиком своим, а? Навладлась там. Ой. Не знаю. Знаешь, что хочу? Что? Сейчас, когда Эльме приедет, ну вот, он по своим делам поехал. Что ты на пол? Вот я не знаю, что там мне упало на ум. Что? Он приедет и опять сядет за руль. Хочу цветочки. А? Цветочки. Что здесь цветочки? Чекаю март, значит. Нет, не хочу март ждать. Смотри, какое время какое, а? Знаю, я дима цветочки. Чума сад? Да. Как ты думаешь, вот эту землю насыпать в эти колеса, в гуму? Поняла? Нет. Ну вот. А камат земля? Кого? А камат земля? Возьмем вон землю. Что у нас нету земли? А земля хорошая. Земля. Да. И цветочки, поняла, посадить? Ты видела вчера, мы когда с тобой гуляли? Короче, там вот эти желтенькие, маленькие. Уже все повсходили, где? Повсходили. А, где? Вот там, везде. А то я корчем, а то чай. Кто? Чай. Той добро закашили, кажу. Да без вопросов. Я говорю, вообще повсходили цветочки. Закашили за температуру? Па, бичи ты, био ютро смраз, бичи ты, ёж снег. Не будет ничего. Очень. Все, как будет мраза, кот нас тебе будет снег. Короче, Аля, давай сегодня сделаем землю в гуму и
Gume trebamo prvo prebaciti na beton, pograditi će cvjetočke biti, pa onda vratiti, zemlju nasuti, onda... Šo, bled? Sve, bled! Šo ti udjeleš dvojnu robotu? Pa Puskaj znači, gume stajat, tako kako nije stajat. Туда землю, посадить цветочки, потом гуму эту, как у вас говорится? Гум. Изрезать? Нет, помыть, как? Опрать. Опрать, вот, и покрасить. А цветочки уже будут расти. А ведь что, а ком не думаешь? Ты просто-напросто делаешь всегда двойную работу. Смотри, вот сейчас мы... Помоем гуму, да? Yeah. Высохнет, будет гума супер. Потом ты засыпешь землю. Опять надо опрать гуму. Потом ты посадишь цветочки. Опять надо опрать гуму. А что, еще чуть-чуть попрасходи? Потом ты будешь красить. Надо опять опрать. А что не все сразу сделать, а? Сначала насыпать, посадить. Мам, что только бы насадил, цветочки пустые. А? Знаю, где има земли. Я и сакр. Вот, бляха, муха. Она где-то все что-то скрывает. Ты хоть знаешь, где ты ее скрыла? Но. Ну все, тогда я это вот не переживаю. Знаю. Слава с самым дружишь, это каша. Так вот, с кашей. И слушай меня, я же тебе говорю. Слушаем я тебя, слушаешь ты меня. Всегда, всегда, всегда слушаю. Не надо так говорить, я всегда тебя слушаю, ты знаешь это. Не обижай меня. Знам, пока мне мать свечи дима за меня. Сам я знам, я рано засад. Нет, не рано. Фатима, посмотри, какое время на поле. Ты видишь, как цветы повыходили. Понятно. Ну вот, какие уже бутоны на деревьях, ну вот такие вот уже пимпочки на дереве. Как у вас называется? Поляк. Бутоны, ну такие вот. Бегар буты после. Да, и посмотри, время хорошее, можно уже сделать, ну, красоту, посадить, землю насыпать, посадить, пускай потихоньку-потихоньку вылазит. И будет замечательно. Я думала, что и мама тебе... Три гумеса. А мы смешаем. Мы смешаем. Возьмем вот эту землю. И ту землю. И смешаем. Поняла? Нет. Yeah. Перемешаем. И сделаем. Поможешь. Ну, я же тебе о чем. Ну, ты думаешь, я, блин, с луны только что свалилась, короче, я не знаю, как цветочки. С месяца дошла и не знаю, как цветочки садить. Сами лайфхак, ты не знаешь, как тебе сесть. Ой, а хочу еще, знаешь что, поедем что? В это вот магазин, в продавницу, да, это у вас называется? Короче, супермаркет, вот, чтобы было так, чтобы я не мучилась. Я хочу, знаешь, есть такой цветок, ой, он вот так вот, знаешь, когда вырастает, ему подвязать его, и он вот так вот ползет, 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 ползет наверх. Это рожа или лава? Нет, называется, ну, по-нашему, граммофон. Граммофон. Да. А когда цветы лава, какой-то граммофон? Знаешь, как? Он такой оранжевый, оранжевый цвет. Вот такой, Боря. Вот такой, Боря. Yeah. Вот такая. И вот, вот так вот, а потом вот так. О! Не знаю, как тебе цветок описать. И он ползет, ползет, ползет. Вот. И я хочу, чтобы он... Дом вот так вот, где наш врата, поняла? Yeah. Вот так вот заплел. И цветы, цветы, когда начинают? Июль, август, сентябрь и октябрь. 4 месяца. Все цветет. Один цветок падает, другой распускается. Один падает, другой распускается. И все время цветы. А потом добро. Такая красота, я тебе говорю. У меня дома было так, ну, в Николаеве. Я на 4-м этаже, yeah. А цветок на, ну, на 1-м этаже, поняла? И я так пустила, что он по дереву, береза,
дерево, береза. И он пошел по березе и дошел до 4-го этажа. Можешь себе представить, как он растет, а? Поя, добрый труд. Мне Сюзанна, когда приехала в Николаев, сфотографировала. И говорит, мама, смотри, он дошел до 4-го этажа. И вот так, цветы, вот так вот. Твой добрый. Красивый, очень красивый, я тебе хочу сказать. И вот мы посадим. Розы хочу. Короче, моя амина бай. Мы придумаем, что нам посадить. Правильно? Там амина бай. Тюльпаны обязательно. Ты любишь тюльпаны. А сам же сам... Я искренне розу волну, то не нормально. А сам розы, сам я люблю. На церну, да церну, но сам позже. Розы это вообще супер, я тебе хочу сказать. Я обожаю розы. Не, я все люблю цветы, но розы больше всего. Розы-то. Ты все любишь. У тебя даже и кофта розовая, и то розовая, все у тебя розовое. А я люблю зеленый цвет. Да. Поняла. Давай на цвете за 8 марта. Есть, знаешь, что зеленые розы? Это очень, очень они, я тебе хочу сказать, в некоторых странах их выращивают, зеленые розы. Это не краска, ну не красят их, не фарба, а именно зеленые розы. Помнился, то не знаю где. Голландия, где? Что такое? Ты тоже приболела? Мало. Тут и как... О, боже. Радишь, краткий рукава. Даже я не могу другим рукавом, а не штара. Я то морам скинуть. Ну, да. Завратим, а он так не смеет, та волзин. Ты забрать. И штачу. Ну ты когда радишь, я тебе честно говорю, тебя не остановить. Пошло. Сатам сама. Это ужас. Фатима, ты где? То там она, то там. Ищу тебя. Знаешь, как ты так дождь, что ты вся заспишь. Хоть 5 минут посиди чуть-чуть, как говорится, кофе попей. Йоханни бабай. А ты шкаф пьем. Попласом. Слава тебе Богу, что ты села посидеть 5 минут. Такое у нас доброе утро. Вот так вот мы утро встречаем. Так вот бывает. Люди, вам хорошего утра, доброго утра. То бы было, то увидимся. Что, моя красота? Как ты себя ощущаешь, а? Супер. Супер? Да. Красивая моя. Dobro došli ljudi, danas ja i Ana Pit radimo pitanje i odgovori, pa tako da, krenče. Ivanka Kapetanović, sa roštiljem nema greške, slažem se bar jednom tjednu dobar tek. Hvala od srca Ivana Kapetanović, veliki pozdrav za tebe. Что там еще есть интересного? Нуркен. Да се бобен ти окупо и обре уходаш у той тренеци, той мајце цијелу неделю, зато ти је смемало јави другар. Па слушај, има више тренерки, а мајце скида, наравно. Оперемо је и опет је навуч, јер њему је црвена боја дефтино најдража боја која пустоји од свих боја. И јоп твоју мать, ти понимаеш, мне такое ощущение, што они, ну бляха-муха, ну каждый день. Ти понимаеш, каждый божий день они идут в магазин, покупают себе, как это, майцы, блин, эти вот, и вот одевают, ты понимаеш? А те, которые они носили вот сегодня, да, выкидывают на мусорку. Пусть. Не, ну... Некогда не с вами одежиться. Хорошо, пускай так будет. Усер. О, Боже, како... Као да сам у кокош спавала на главе. Чего? О, Боже, као да сам у кокош спавала на главе.
на класс. Ой, вы мои, блин, прямо модели ходите и пишете такое. А он у нас самый красивый, я вам хочу сказать. И такой фризуры нету ни у кого, как у него. Вот так вот. Трнкалик. Фатима гост у родженой кучи, и нико не ферма. Не знам откуда, почему я это сконтала. Что сказали? Я гост у родженой кучи, а вот я живим, а я дошла как у гост, и нико мне гласно передам, и ты не ел. Боже мой, ну все такие профессоры, ну ладно, ну-ну. Tako joj treba. Romantična duša. Ajde, romantična duša, skinim se sa računa. Molim te. Odebrala Fata tu. Indira Hasić. Ja, možda joj sprati. Polovinu nije podnjela, no ladno. Kao ja odebrala taku. Читай дальше, не обращай внимания. Пролетело. Усер опять некий. Зато постоят котки за подпалу ватри. Па да знаш запалити ватру. Мислим, усер да знаш запалити ватру, онай, али није довољно ставил папира, па зато ми се ватра није ни упала. Ја само донијела после, и после се упала от први. А можна спросити у вас, ви умеете запалити ватру? А? Па ето, остаће ми нихапти. Вот. И мы посмотрим. Вы снимите и пришлите нам. И мы увидим, как вы палите ватру. Запаливаете, как это правильно сказать. И тогда мы будем говорить. Сидеть на пятом этаже, на десятом этаже, где есть газ там или электрическое, легко запалить. Возачко время, каже, све из горло. Не, све из горло, ведь све мы так волимо, да едемо онай... Tako da i tako smo ispekli poslom kako mi volimo da jedemo. A ti svoj roštilj kad budeš palio i pravio sve, ti praviš i rane po svome ukusu i koga već ima, ženu, mati, šta je. Radar, dobro ti je, evo odgovorio Radar na komentar. Ne seri, ti ako jedeš živo mjesa, oni jedu kako oni hoće. Bravo. Tako je. Kaže Usar, drugi, tebi čovjek da zapali vatru, ti bi je ugasio. Pa ne bi je sigurno pustio da gori. Tako. Kaže, kako ćeš bez cigara i kafe na pustom ostrvu? Muriš Sabotić. Pa vjerujem da će se snaći, da će... Зайка, ты пришел. Тут вопрос есть такой. Очень интересный. Я питаю эти люди, как тебе без кафе и без сигара на пустом острове? Кафе? Попитная даже жена има кафе и сигары, мани виши. Имате люди лозе. Лозе Бог дал у шуми, у прашумама, у джунглама. Узмеш комадичи, пушиш. А до тад требамо прво ватру научить се. A sad ćemo ja i Arnel, odmah danas palimo vatru. Kak smo ja i Arnel procijenili, a mi smo pametne glave, obe naravno, treba će nam neka dva sata da ono ovako čandrkamo da bi vatru palilo. Uglavnom, vi ćete ubrzani snimak kak se vatra pali, bez upaljača. Ima li još što zanimljivo? Kakav je to ožiljak u Fatime na čelu i zašto Jana ne počne pisati po sunce? Ovaj ožiljak smo dugo čekali. Otkud taj ožiljak? Udarla se sama. Ovaj da. Ožiljak. Ovaj. A to je od kad sam sa srednjim djetom bila trudna već 6 mjeseci, bila smo kod nene, pa smo krenuli dađu na Bajram i moj brat je naravno ovdje se napravio, tako da mi je ožiljak ostao 4 konca. I doživotno mi tako. A još sam 3 puta vamo glavu šivala, tako da... Zna ja ne. Znači, na tom dijelu vamo neokosi definitivno, nikad već... Defektivno. 18 godina, hajmo reći. Jeste, da. Ide Brigita Zorić. Poslala pitanje, ovako. Jedan vikend, el Medin i Jana da izađu iz kuće, pa da Fatima može dove svoju mamu i oca na roštilj, pitu, krompirušu ili kod Fatiminih roditelja. Njen, niko nema pristup ovoj kući.
kratko, jasno, završili ste. Onaj, idemo dalje za iste pare. Jel? Ajde. Gde pokaži šta si očistio, pa onda rošti ljuzeru. Evo ja ću samo sad za tebe snimit video da ti vidiš šta sam ja očistio. Samo za tebe. Joj! Ajde. Loži vatru, a meso još nije kupio. Jelica, srbi li tebe išta? Mene je bogam zla. Jesu gadni Bože, Mirsada Derzeć, zato nas pratiš i zato komentaršiš naš svaki video što smo gadni. Odeš nas profila, blokiraš nas i hvala puno. Hvala lijepo. User, svaka čast El Medine, što si otvorio krila Fatimi, kad ju je trebalo. Vidjeli smo da ju je majka psihički bolesnik, pa je vjerovatno prešlo na lijepu Fatimu. Samo ne daj da snimaju kao u današnjim videima, kada ju nije dobro i radi bolesni izraz lica i priča u sebe na kameri. Kao kad ste sjedli zadnje na hajp i na kraju Fatimi pozdalo pa je radila lica na Janu, i u sebe pri... Ne razumijem šta si htjela sve im reći uopšte, materi moji. Ja što da to ženiće ni panjela. Ljudi, malo vas gramatika zezala, imate oni... Ko, kako, zašto, po čemu i tu. Svako ima... Svaka osoba, mislim, i javna ličnost, i bila to neka pjevačica, ili ne znam, Nijaković. Svako ima i taj par dana kada... Ja znam, ništa mu se ne radi, ništa mu se ne snima. Bukvalno je nikakav, znači, nije mu ni do čega. Pa, jer im, tako i ovo, imam pravo i imam, dođu mi ti neki dani koji... Ja sam sama sam sve teška, nekad nisam ni raspoložena snimam, jer... Ali eto, što je tu? Trudim se da budem onakav kakva jesam stvarno i... No, me to žele ljudi, moji ustaju, uopće. E, pa eto, izgleda, po njima se ne smiješ biti ni umoran, ništa. Znači, mi bukvalno ne sjedimo na sveći cijeli Boži dan, ništa radimo. Evo jedno komentar od Elije. Kaže Arnel, treba ovako svaki vikend, pa vi možete i radnim danom. Niste zaposleni u firmi, vikendom roštiljaju ljudi koji cijelu sedmicu rade, to jest u radnom suodnosu. Ela, dušo moja, da ti Almediji nešto objasni. Ako sam ja uzeo da se bavim YouTube-om i snimam, i svaki mjesec primam platu za to. Zar to nije posao? Prva stvar. Druga stvar je, ako sam potpisao ugovor sa Hype TV-om, i normalno taj ugovor je plaćen, zar i to nije neki radni odnos? Nemoj biti ovako glupa, da malo dođi sebi, jednostavno, vrlo, onaj, bistro da ti kažem, Ela, dušo moja, ako treba, svaki dan ćemo ti snimat roštilj, sam da ti gledaš da mi pećemo svaki dan meso. Znači to šta, nisam u firmi, ne mora znaći da ti sutra neš doći kod mene radit. Kao čistačica. Što mi zelo zaposlimo kao čistačicu? Nek nam očisti u nje garaže dole. Paučinu poberi, vi sjedite, donosi vam kafu. Ela, ja se privatno, imam posao za tebe. Djenjih njet. Naću. Nije dam. Nije dam. Jebo ti ovaj roštilj je težak sistem rada. Pa, vjerujem da jest, nekad se uzna i čovjek oko roštilja. Kako se osjećaju ovi ljudi sa ovoliko negativnih komentara i svaki video? Aj, guru, isto da i nisam ni vidio, vjerujem. To govori u stvari samo o vama, ne govori ništa o meni. El Medine, nije sramota potražiti stručnu pomoć, nije Boga me. Pa išao sam ja, potražio sam ja stručnu pomoć, a na kraju je ispalo da je on luđi i ne gela. Pa i sam niska mogio. Otkad se u Višnjici za babu kaže papa. Pa glupsovno, papa na ruskom znači tata. Ili otac. I ako Jana kaže papa, znači to je tata, babo, otac.
Da. Kako hoćeš. Papa. Samo trebaš se malo onaj edukovat. Pa nije budala. Malo uči jezik. Sve što više jezika znaš, sve si bogatiji, znaš to. Bolje doći pametovat nekome nekama. Naslov je vrh. Kako jedu u mesu. Jesi vidjela naslova? To ne može svakoba. To treba izmisliti. Ljudi, u Bosni i Hercegovini sam postoje dva eksperta za naslove. To smo ja i Memo. Gdje su ti roditelji? Bili su tu. Nisam i tjelo snimat. Nisu ni oni bili za. Tako da jednostavno uživali smo. Jest, porodični ručak i to je to. Svašta u Božjoj bašći, ja kažem, izeta. Zašto mali Ker plaći, a vi ništa? Ne znam, pitao sam ga što plaćiš, on opet zaplaka. Ne znam, Boga mi, nijem ništa rekao. Remedine, pozdravi, selam za tvoju porodicu. Sambašić. Alijekom, selam i pozdravi za tebe i tvoju porodicu. Dobar roštilj, Bosna, Bosanac, pa bio je ukusan, vjerujem. Kako je Anna trudnoća, ja napreduje, napreduje. Pojela je jučer ljudi meso, pile čitavo, ono, jedan pakovanje ćevapa, fileti. Nećemo dalje i kobasica. Ja mi je raskazava i šestoka kušaju. I možlja. Mimi Marko. To je hljeb. Mimi Marko. Kako je Medin lomi potpalo na glavi? To je Bosanac. Kao onaj što je sa trećeg sprata pao na glavu i ništa mu. Pa ga pitali, bil mogu opet tako, nije problem ako mi garantujete da ću opet na glavu pastu. Udri meho. Kako je Bosanac. Pozdrav za vas, Šator Ljeti, Milina Kampovat, Behija, Klajne, slažem s tobom. Eno Cuko plaći, znači svezali ga, a on laže da je pušten da ga ne biješ. Jesmo ljudi svezali opet pašće. Psa. Zato što nosi obuću, moju obuću, tuđu i pošao je malo biti agresivan, napada mi ljude ovdje koji dođu. Morao sam ga svezati jer da ako nekog ujede ja imam probleme. Normalno smo ga pelcovali i sve to odradili, ali ne želim probleme. Jasno. Bolje mu je na lancu. Pustimo. Kad se opameti, bit će pušten opet. Kad ja sve ovo ogradim oko sebe, onda će biti pušten konstantno. Za sad ne. Puštamo ga, provodamo ga i opet ga vratimo da uvijest. Bože, ova Fatima, Marica Brkić, ja ne znam što vi sve žene uzimaju Fatimu, ima li jedan muškara da uzme Fatimu, ona je usta, nego sve neke žene nešto. Marica ja, možda... ja sam sinoć pročitala, kaže, pa da pusti to više žena mir. Marica hoće možda da ona bude umjesto tebe ovdje da dođe. Ne može Marica mjesto mene, jer ja sam još uvijek živa i dok sam ja živa... Sidi ja lanas, sam... ljudi, sretno da ste srce... Vaš život, vaša pravila, to dušo moja, tako je. Prijatno, pozdrav, Mila, prijatno i tebi. Lijep dečko, Arnel, Božana Vučić, vjeruj mi da znam. Svi se slažimo s tobom da je lijep dečko, inteligentan dečko i Božana, da ti kažem dok nema nikog. Javi se Arnelu, pošto se Arnelu javlja više djevaka, slobodno mu se javi i ti piš sa njim. Nećete odbit, vjeruj. Jer on nijedno do sad nije odbio. Uživajte, nek dušmani puknu, jesi iza dušmane, jeo El Medine. Pozdrav za vas. Nacka USDC. Vjerujem mi da uživam svakim danom, sve više i više, u svakom pogledu ja sve više uživam. Za dušmane nisam jeo, niti ću jest, jer ja za dušmane ne jedem, jedem za svoju porodicu. Jedem da je nama lijepo, da se mi osjećamo ugodno i tako to. To je bilo to, ljudi, od naših današnjih pitanja. Malo sam uskočio i ja ovaj kadar da me vidite, da sam tu. Obukao sam, ljudi, farmerke. Promijenio ispod farmerki su... imam čarape do tu. Onaj, idemo, ljudi moji, sad ja i Arnel na jedno mjesto idemo
žene. Ćao. Bye bye.